Мамочки! Мамочки, я что, на мать твою похож? Поехали давай. Куда? Пусть так поедим. Нет, я сбегаю. Валюк. Я быстро, ешь. Только мне немножко оставь. Перепил? Слишком много болтаю. Хватит на сегодня. Ильсан, дай посмотрю. Покажи. Сначала набрось. Приняла тебя. А что это займет? Ты Винни-Пух, что ли? Секретарь Чон. Да. Улыбнись мне. Достаточно. Можешь идти. Спасибо вам за угощение. Если вам скучно, не могли бы вы подписать мне постер? Конечно, сколько пожелаете. Спасибо. У вас есть выпить? Нет? Всего капельку. Хочу выпить. Я не могу это все вынести на трезвую голову. Если не для разговора, тогда зачем мы здесь? Ого, всегда оружие под рукой. Мне конец, забыл жилет надеть. Что ты ерничаешь? Просто ответь! Директор Гвон, что вы здесь делаете? Пытаетесь покакать? Нет, я пытаюсь отлить. Ты плакал всю ночь, потому что мы уезжаем? Зачем мне плакать? Я взрослый. Мои глаза опухли из-за укуса сороконожки во сне прошлой ночью. Чёртова сороконожка! Лучше не кусай меня снова. Я проткну ей глаза и высосу всю кровь. Будущий зятёк. Спасибо, мама. Господи. Так когда же ты познакомишься с моей дочуркой, а? Она очень красивая, знаешь ли? Если она такая же красотка, как и вы. Красивая. Привет, Орешек. Папочка скоро вернется. Привет, Орешек. Разве дядя Бэк не придет? Он идет к себе домой. А я тут хвастался своим друзьям, что он ночует здесь. Мне тоже очень нравится дядя Бэк. Но я не могу проводить с ним больше 52 часов в неделю. Почему? Если буду так делать, то облысею. Его телепатическая способность очень сильная. Возвращайся быстрее. Хорошо. Да что с ними не так? Стой, отпусти меня. Здравствуйте, госпожа Хан. Здесь очень скользко, будь осторожны. Что вы делаете на месте преступления? Я расследую дело с Дон Бэком. Лет точно прожил. Держись от этого подальше, Сихун. Обидно. Куда Бэтмен, туда и Робин. А я тогда кто? Альфред. Альфред? Собачонка? Дворецкий, охраняющий дом. Идеально подходит вам. Завтра у нас экзамен. А, вот как. Тогда мы молча помолимся, чтобы вы набрали хороший балл. Спасибо. Мы поверим вам. До свидания. До свидания. Извините. Он правда тебе нравится? Да. По лицу не скажешь. А ты что, танцуешь после того, как кому-то поставишь лайк? Это же не одно и то же. Нечего пить. Брауни был вкусным. Я рад. Я готовил его впервые. Ты во всем хорош. Торт, который ты испек мне на день рождения, тоже был вкусным.
Я старался, потому что знаю, как ты любишь шоколад. Я подумывал стать кондитером из-за тебя. Что? Правда? Врёшь ведь, да? Да. Было так очевидно. Даже не смешно. Я видел их раньше. Я видел их. Да что ты там видел-то? Оставшиеся вареники в морозилке. Вареники. Не держите все в себе. Туалет. Что же нам делать? Да все в порядке, я оставила... Пойдем ко мне домой. Что? Пойти к тебе домой? Отпусти меня! Отпусти! Пухать, сохраняй спокойствие! Отпусти! Если мы отмоем его прямо сейчас... К себе домой? Да, ко мне домой. Вы нашли любимый зонтик, Юми. Мы перед вами в большом долгу. Как насчет того, чтобы купить ему чашечку горячего шоколада? У Юми нет мелочи. И придется разменять купюру в 1000 вон. Ты же сказала, что мы у него в долгу. Да пофиг. Боже. Навык «Крышечка любви». Базовый навык манипулирования мужской психологии, который реагирует на то, что крышка не открывается. Он слишком сильно закрыт. У меня уже рука болит. Не можешь его открыть? Давай мне. Да все пучком. Руби может это сделать. Любовь, просыпайся! Что? В чем дело? Юми спрашивает Уна, не хочет ли он взять ее в жены? Взять в жены? Да, жениться! Они же вроде ели. Во время еды, что ли? Да какая разница, она просто спросила его. Ты планируешь жениться на ней? Куда поедем? Смотри, поедем вон туда. Это классное заведение. Можно пить сколько угодно вина бесплатно. Такого места нет. Это моего брата двоюродного. Давай-давай, скорее. Быстрее, поехали. Ладно, поехали. Хорошо.